Лёва, что это тебе подарили? Лиана подарила Лёве адвент-календарь от M&M's с такими окошечками. Лёва, ты рад? Лёва, мы только проснулись. У меня что-то сегодня очень сильно болит голова. Я легла спать вместе с Лёвой на дневной сон. Видите, здесь уже написано, что есть внутри. Вот это, конечно, не очень интересно, что будешь уже знать. Тоже прикольно. Давайте сейчас откроем вместе с вами какую-нибудь ячейку. Да, Лёва? Лёва тоже весь сонный. Мы погуляли, пришли домой, пообедали и легли спать. Всем доброе утро, да? Да? Скажи, зубы чистим с утра. Доброе утро, да? Вот, в общем, календарик, Лев. Давай, открывать будем. Не надо на него садиться. Я ему говорю, садись, он садится на него. Здесь окошечки. Давай откроем первое окошечко, Лева. Так, сбоку открывается. Ух, шоколадка попалась. Твикс. Какой-то пазл. Прикольно. Прикольно, да? Лева, ты рад шоколадке? Скажи, мама, открой. Мы как раз чай налили, да? Чай будем пить? Побежал, побежал. Сидим с Лёвой, так красиво. Закатное солнце падает. Я люблю вечер. Скоро уже Костя придет. Маленькие ножки. Чьи маленькие ножки тут? Чьи? Как-то нет. Не снимать тебя? Снимать тебя нельзя? Лёва, вот так же не залазит. Горшочка не хватает. Иди принеси из ванны. Стать. Акула? Это мы же с моря привезли. Иди машинку смотри. Давай смотреть. Иди сюда. Это все запаковано хорошо. Нравится, Лёва, тебе? Нравится, да. Так, держи. Вот одна машинка. Вторая. Отверточку держи. Ой. Отвертка, а вот смотри, сбоку. Сбоку открывается. Давай, крути, разбирай. Ой, ой, держи. Нравится? Здесь мы с Лёвой клеили на окна морозиков, всякие новогодние снежинки, санки, подарки. Ему очень понравился этот процесс. Наклейки мы покупали в фикс-прайсе, хорошее качество, не отклеиваются, но я думала, что они двухсторонние, и их будет видно и с другой стороны, а с другой стороны с улицы они просто белые. Здесь я показываю, как пошла переделывать маникюр, хотела сделать или черный, или опять френч, но увидела на палитре эти блестки и решила сделать нежность с блестками. Очень нравится. Здесь мы ездили в Ульяновск за подарками близким. Лиана мне тут не помогала снимать. Мы зашли в такое кафе. Оно называлось «Кавказская пленница». Там были герои из фильмов представлены. Если честно, когда я зашла, сначала испугалась, подумала, что там мужчина сидит. Вот можете видеть еще героев из этого фильма. Очень атмосферное место. Когда мы туда пришли, там были, я так понимаю, корпоративы. В одном зале было очень громко. Нам девушка предложила нас пересадить. Очень разнообразное меню. Все эти вставки я вставляю без звука, потому что там играла музыка достаточно громко. И авторские права не позволяют мне вставить это с музыкой.
Мы поехали уже после магазинов, когда купили подарки. Лёва тут немножко не хотел сидеть уже, пока ждали заказ. Ему было все интересно. Игрушки хоть на время его усадили за стол. Костя взял салат с горчичной заправкой, очень необычный, вкусный, с курицей, с фасолью, с корейской морковью, с пекинской. Принесли теплый хлеб. Я себе взяла борщ с сметаной. Это лепешка сырная, очень много сыра внутри. Грузинские хинкали с говядиной я себе брала. У Кости были чуть ярче цветом с бараниной. Лиана брала себе ля-кебаб, очень нежное мясо, вкусное. Из десертов мы брали фисташковый торт. Фисташка малина мне очень понравилась. Пропитанный, вкусный. Дальше вставлю вставки из метро. Мы гуляли в метро. Очень много атрибутики Нового года, Дед Морозов, всяких статуэток. Также сладости, очень огромный выбор необычных. Кто, Лев, тебе попался? Посмотри. Вон у тебя он, за ручкой. Кто это? Скажи, мама, кто это? Тоже не знаешь, кто, и мама не знает. Вкусный киндер. У меня почему-то вспышка включилась на телефоне. Нет. Машина какая. Ой, какие колеса. Классно. Да ладно, какая разница? Какая разница? Я надолеваю, ну, костюм. Машинка, да? Классная. А у соседа лучше. Встанем все дружно мы. Здрасте, большая, не болей. Постараюсь. Подарочек. Приятно было познакомиться. И это только часть Лёвиных наборов. Уже некоторые открыли. Да, Лёва, ты рад? Сколько у тебя сладостей, да? Сколько сладостей? Будем наклейки клеить? Наклейки, да? Кто там у тебя? Бабуля, скажи, наклейки принесла. Сердечки, да? Клубничка здесь есть. Подарочки. Будем клеить. Ты же любишь наклейки? Вот видишь, добавь банку ягод. Надо их сюда наклеить. Родителям мы решили в этом году подарить корзинки с продуктами. Как-то один год мы уже делали такой подарок. Вкусняшки к столу. Как ты рад. Это тут вообще столько всего интересного. Только куда с ними надо смотреть, а то там лесенки. Новый год мы праздновали у друзей. У них также есть малыш младший Лёва на 8 месяцев. Это у них кот. Марсик. Так новогодний был один. Марсик. Лёве очень подарили много подарков. Вот здесь одно из подарков. Это Лего Дупло. Ему очень понравилось. Играет. Вообще с Лего, с мелкими деталями очень подолгу может сидеть. Ему очень нравится. Ничего, жили, работали. Работали, жили. А беда на он. Как собака за воротами ходила. А знать не беда это была. Когда вон как мне все показала. Чего показала-то? Здесь я уже звук убрала, не знала, вставит ли YouTube с фильмом из ставок разговора. Здесь я показываю наш новогодний стол.
Лёва ест тарталетку. Он уж большой любитель икры. И мы смотрим «Любовь и голуби». Пошла, о чём думать. Такой сладенький. Это уже утро. Мы с Лёвой проспали всю новогоднюю ночь. И себе что-то неважно чувствовала и легла спать вместе с Лёвой. Покушала салаты и ушла в 9 часу с Лёвой спать. Здесь уже 1 января вечер. Мы смотрим Тор. Если честно, не очень фильм понравился, но посмотреть можно. Пока-пока.